зовут Илья Худяков, мы находимся в баре «Гора» на 5-м турнире по FIFA в этом году, но уже по новой версии FIFA 2020. И вот у нас долгожданный финал, в нем сошлись игроки Евгений Дежин и Сергей Красильников. Прошли долгий путь, у него весь вечер играли, в основном побеждали. И вот достойнейшая пара. Евгений уже является действующим чемпионом. Для него это второй финал подряд. Прошу возможность сделать золотой дубль. У Сергея Красильникова это лучший результат за все 5 турниров. Впервые он дошел до полуфинала, там уверенно переиграл Дмитрия Гаврюшкина. И вот он в финале. И параллельно идет у нас матч за третье место. Встречается Станислав Карпачев, победитель второго и третьего турнира в баре «Гора». Как раз вот с новичком, с Дмитрием Гаврюшкиным, который сегодня дебютировал в виртуальный футбол. У них там пока что счет 0-1, лидирует Ливерпуль под руководством Дмитрия. Вот уже прошло 8 минут, пока что без особо опасных моментов. За Барселону, за «Синих гранатов» играет Евгений, за команду «Реал Мадрид» Сергей Красильников. Не торопится развивать атаку Сергей. Комбинирует на своей половине поля, ждет, пока вот Барселона начнет прессинговать, будет зона свободная, чтобы провести атаку. Ну, по контролю пока полностью все за Реал Мадрида, команда Бела. Вот. Так, развивается пас в центральную зону, удар с дальней дистанции, и перекладина выручает. Очень классно атаку провел Сергей. Ну вот, выручил каркас. Пока что Барселона играет не по барселоновски, никак не может завладеть мячом. Тики-таку организовал Реал Мадрид. Евгений Дежин в полуфинале обыграл Станислава Карпачева. В полуфинале какой счет был? 2-0. Со счетом 2-0. Да, они его, знаешь, куда убрали? Ну что-то у нас тут практически 100% владение мячом у Реал Мадрида. Никак Евгений пока что не может мяч отобрать. Вот это удалось. И посмотрим, что придумают каталонцы. Классный дриблинг, проходит одного, случается на фланг, это Лионель Месси с мячом, 10 номер. Пытается через центральную зону зайти в штрафную. Снова пас на фланг, и вот ошибка с передачей. Снова Сергей Красильников атакует. Не спешит развивать атаку Сергей, хочет доверенно все сделать. И вот мяч наконец-то у Барселоны. Прорыв по флангу, хорошая скорость. И первое нарушение в матче. Реал Мадрид сыграл не по правилам. Надо очень быстро мяч вернуть. 95% на 5 по владению королевского клуба. Но пока вот матч проходит так незрелищно, без особо, без ударов, вообще без ударов. Один удар был у Реала, и тот полетел перекладину.
И что это было? Мяч летит выше ворот. Нет, это голкипер. Голкипер вступил в игру и сделал суперсейв. Угловой. Неудачно разыграл Реал Мадрид, но мяч по-прежнему у них. Стас забил. А у нас тем временем, да, матч за третье место, подсказывают нам болельщики. Счет стал 1-1 в ПСЖ. Сравнивая счет, Станислав Карпачев забивает. Дальний удар, но прямо в голкипера удар не получился. Где-то же концовка первого тайма, так команды обменялись по одному удару. Пока что очень надежно действует в обороне и вся игра на контроль мяча. Вот хороший проход у Месси, заходит в штрафную, отдает пас, нет, да и голкипер тащит, добивание, мяч в воротах. Евгений Дежин открывает счет в матче, сделал это Суарес. Но гол для него организовал полностью Лионель Месси, все сделал, выкатил. Отличная атака каталонцев. И вот гол раздевалку забивает королевскому клубу. И сейчас уже тактика на удержание мяча у Реала не сработает. Нужно забивать, отыгрывать преимущество Барселоны. Дальний удар, хороший удар и чуть мяч так вот в ворота, там ближний угол не залетел. Повезло в эпизоде. На этом у нас первая часть матча заканчивается, счет 1-0, делают каталонцы. Помню, там идет у нас пятый турнир в баре «Гора» под FIFA уже 2020. По-прежнему отличнейший контроль у Реал Мадрида. Вот такая закидушка, где бывает передача. Бейл подхватывает. Пас назад. Модрич уже с мячом. И пас, но передача следует назад. Пока что очень плотно Барселона действует. Нужно искать вот эти коридоры свободной зоны. Удается атака и удар. Летит снова прямо в голкипера. Мяч у Тер Штегена. Дальний вынос, ну тут получился пас противоположной команды. Сегодня почему-то матчи проходят без комментариев, отключены, музыки не слышно. Сегодня все игры проходят по такой вот диджейский сет. Антоха, чья эта музыка играет? Не твоя? Ну, это подушка, она фоновая. А? В паре фоновая подушка. Не твоя? Нет. Я играю просто поживее. Это музыка не Антона все-таки, думаю, что он их организовал, но это такая фоновая музыка просто. Почему сегодня решили под музыку, а не под... А они там программы, в PlayStation мы что-то вывели звук на джойстике, на тройке. То есть... Они на небольшие технические, да, проблемы были, поэтому у нас... Не, ну не проблема, просто надо переключать, я не знаю. Ну, в общем, решили, что и под музыку тоже неплохо. А комментатор, он и так найдется где-нибудь. Сегодня в турнире приняло участие 26 человек. И вот 4 сильнейших игрока сейчас проводят... Уже матчи за призовые места. Стас уже вышел ПСЖ вперед в концовке матча. 9 минут. Есть у Дмитрия Гаврюшкина, дебютанта игр по киберфутболу. Попытаться все-таки свести матч к ничьей. Там будет еще дополнительное время. В серии пенальти, возможно. Но для этого нужно забивать. Делать счет 2-2 на последних минутах. Реал в атаке, тем временем в финале у нас. Барселона завладела мячом. Пас на фланг, набирает скорость Дембеле, но тут цепко действует защитник. Даже команда в белом атакует.
Но вот передача слишком сильная последовала прямо в руке Терштегену. Вынос. Точный вынос. На Дембеле будет ли подача? Нет, попытка обыграть не удалось. Угловой. Нет, даже углового нету. Будет туда. 20 минут у нас до конца финала. Нужно команде Реал Мадрид сравнивать счет матча, забивать. Неожиданная ошибка в обороне. Небольшая пауза. Пас назад. Хорошая возможность. Да, комбинируют. Выхода не на один и мяч в ворота. Евгений Дежин делает счет 2-0. Отличился у нас номер 17. Да, Гризман номер 17. Так, даже я не знал, что он перешел в Барселону. Неожиданность для меня. Иван, что за? А француз тут, как тут уже и за Барселону забивает. Один из лучших игроков прошлого чемпионата мира, который прошел. Что, Стас, да? А тем временем матч за третье место завершился, и Стас занял третье место, снова вошел в тройку лучших. Чемпион предыдущих розыгрышей второго и третьего. В финале переиграл новичка. Держим, Евгений, да, выигрывает. Евгений, да, 77-я минута, 2-0, Барселона ведет. И очень близок Евгений ко второму титулу подряд. Это до него удавалось только вот как раз Станиславу Карпачеву, он выиграл два турнира подряд. И Евгений может с ним сравняться и уже в следующем году выяснить, кто же из них круче. Потому что, скорее всего, уже в этом году турниров не будет. Антоха в этом же году уже не будет, это завершающий турнир сезона. Такой накал, вроде ведет 2-0. Евгений осталось совсем немножко тебе, чтобы выиграть турнир. Пас наперед, но нет, не успевает. Уже силы на исходе. Сил уже ни у кого нету. 6 минут нужно серьезно делать, невозможно забивать 2 мяча. Очень сложная задача. Заход короткий промежуток времени. А тем временем Евгений Тадежин не успокаивается. На дриблинге Месси классно разворачивает. Выход 1-1, и будет ли гол? Нет, голкипер. Отлично действует. Лодыжка. Кутуа, да, выручает. Ну, Сергей впервые вышел в финал. И второе место — очень достойный результат. Поздравляем. Еще 2 минуты, пока не будем поздравлять со вторым местом. Ну, я думаю, уже можно, потому что Барселона в атаке. Так что Сергей тоже молодец, сегодня сражался до последнего. Вперед, погнали! Но Евгений сегодня оказался сильнее Барселоны. Сегодня Барри Гара рулит под его руководством. Ауреал из Мадрида, все впереди. В следующем году уже встретимся. Но в 2020-м, как название, новой серии FIFA. И вот он, кульминация. Поздравляю, принимает Евгений Дежин. Второй титул подряд. Снова он чемпион. Еще мы его и поздравляем. Ну и Сергей Костильников, второе место. Тоже получает приз. Давай я буду третий. Давайте все тогда выйдем. Все выйдем. Жека, давай, блиц интервью. Смогу ли я тебя одеть? Да, я. Жека, ну.
спала сейчас, я ее все. А может так, подержи просто, да еще. Расскажи, как это было в финале обогнать 2-0, не пропустить ни одного мяча. Фух, это было очень сложно, соперник попался. Я первый раз играю с таким стилем. Он очень-очень долго контролировал мяч. Пытался разыграть, да, прям вообще на тоненького, так сказать. И получалось на контратаках как-то перехватывать. И вот получилось забить 2 гола. Кто забил 2 мяча сегодня? Первый гол забил Суарес, а второй гол забил Гризман. Ну, для них это все кто сделал? На дриблинге прошелся. Да, Месси вообще красавчик. Просто лучший игрок, лучший. Вы, по-моему, сегодня его отмечали, да, во время игры, нет? Да. И он вам вас и выручил. Да, да. Сказал 2 атаки, 2 гола вы забили. И стадии второй титул у вас чемпионства. Да, получается, предыдущий турнир выиграл и этот тоже. Все двое честно, я не думал, что я тут далеко пройду, потому что соперники, много соперников очень сильных. И вот повезло. А может, Женя не мешает? Женя, вы просто раз приходили в футболке под номером 3, да? Сегодня, наверное, у вас 22. 2 титула, спасибо большое. В третьем сезоне, в новом году, 2020, будем ждать от вас новую победу. Спасибо большое. Спасибо, игры. До свидания. Успехов. В третьем. Седьмой. Седьмой. Сегодня 5-й. Сегодня какой чемпионат? Я даже не заметил. Ну, забывай. А 6-й? Давай, Антон. Ну, по-моему, 6-й, да? Антохан, пару слов, как тебе турнир? Пятый. Пятый, да? Да, пятый. Чем дальше, чем выше порядка номер турнира, тем круче интрига. Если раньше обозначило четко 2-3 лидера, то сегодня и лидеры мы этим проигрываем. Сегодня даже были ребята из другого года. То есть солды, да, приехали. Да, да. Мы растем, междугородний уровень у нас есть. Мне кажется, уже в следующем году нужно переходить на международные. Да. Приглашайте из других стран. Спасибо всем тем, кто помог нам в организации и привез нам телевизор для приставки 4 геймпада. Это ускорило процесс и получилось более динамически, скажем так. Ну, спасибо вам, Антон. Вы уже 5-й турнир проводите, организация на высшем уровне. Все классно, все довольны. Ждем от вас новых турниров в следующем году. Спасибо. Да, все гору. Ну и на этом мы заканчиваем трансляцию с финала 5-го турнира по FIFA в этом году. Ждем всех любителей киберфутбола в 2020-м на том же месте. Может даже встретим какие-то игры. В общем, поздравляем всех. Спасибо, группу. Я приходу. До свидания. Сколько титулов? Жека. 2. Все, классно. Все. Thank you.